Осторожно, внимание! Внимание, внимание! Играют женщины! Короче, давайте обсудим с вами, как я сегодня перданул в Телеграме. Ну, типа, пернул. Давайте поговорим насчет этого, кому понравилось. Ну, как я сегодня пернул в Телеграм. Ну, отдаст, ну, вам голосовой отправил. Как вообще оцените мой пердеж по 10-бальной системе по шкале Рихтера? От 1 до 10. Зябло, запускайте папку. Да-да, зомбилю. Зомбу режим. Только, Валерка, нужно сразу сказать, что пока тестовый... Ну так скажи, пожалуйста. Можешь. Ребят, пока тестовый режим. А куда заходить? Пароль-то где вводить? А, смотри. Ну там как оно? Аркадный? Вы не аркадный? Аркадный или пользовательский? Пользовательский, обычный, и там абоба. Короче, зомбу, Зябло, заходите, пожалуйста, скорее. Зомбу, тестовый. Мне уже написали, что настройки женственнее, чем были. Но если они будут действительно женские, то поменяем. Если нет, то... Нормально, будем так играть. Я, кстати, уже давно пересел на общение с нейросетью Батуа, потому что оригинальный Батуа, ну, это вообще уже... Да, приятно. Все. Да, сегодня только на Ютубе. На ВК нету там трансляции. Сегодня только на Ютубе, да. Подожди, стой. Ничего не говори сейчас. Мой выход. Все, теперь ты, пожалуйста. Это зомбу, да. Ну, типа, да, зомбу. Ну, так же будет сегодня. Короче, зяблы вместо зомби, зяблы обычные люди. Они летят с нами на самолете, высаживаются, да. Тоже. Пердят. Но у них нет оружия. Но есть хилки. И они могут друг друга рисать. Ты да. Что сегодня делал целый день? Я сегодня я, ну, бизнесом занимался. Каким? Да я ж открыл свой этот самый кузовной цех. Кузовной цех, это самое, там машины ремонтировать, понял, покраску там делать, выравнивание кузовов, ну чисто кузовной цех, там нанял работников. Молодец, блядь, а толчок не в состоянии сделать, так, надо сейчас, кузовной, блядь, цех, ёбаный в рот. Иди давай, блядь. Чё ещё ты открыл, давай, придумай, что ещё? Привет, девушка, чатик хай. Берёшь? Батуш, а подскажи, пожалуйста, почему фотка пены вся в головых массах? Или это часть автографа? А? Не слышу. Как дела у вас? Смотрите, если он сейчас, когда включит микрофон, будет жевать, значит ему в ланчбоксе принесли гречечку и сосиски. И с моим языком. Нет, мне не стыдно. Мне не стыдно, почему не должно быть дельно стыдно. Ну, иногда бывает дельно стыдно, да. Всегда страшно, когда он, ну вот так вот, если вне стримов общаемся, всегда страшно, когда он так замолкает, потому что, ну, точно 100%, 99% произойдет какая-то хуйня, он что-то делает, блядь. То он пальцы куда-то запихивает, что потом идет, салфетки ищет, оттирает их, то еще что-то. Ну, вот всегда замолкает, на него смотришь, он с дебильным ебальником сидит, и потом, накосячит что-нибудь, идет, блядь, исправляет. Ё-моё, операция в КСке вышла. 1390 рублей, нифига себе, за билет за один. А бесплатно можно? Можно! Ха-ха, потому что Epic Drop на сайте есть. Armory Helper — это твой помощник по прокачке операции Counter-Strike, где, во-первых, можно тупо бесплатно получить билет операции, стреляя по новому кейсу, так паум-пау делаешь, забираешь билет. А во-вторых, фармить раз в 3 часа на халяву скины из новых коллекций, которые вообще-то только вышли. Да, вы сейчас скажете, что нельзя передавать и обменивать билет операции, бла-бла-бла. Ну так эпики просто при выводе билета баланс Steam на нужную сумму закидывают и все. Там вообще-то у них и кейсы появились, где билеты эти операции можно выбить, даже сразу 5 штук. И даже непередаваемый нож Кукри можно вывести балансом на Steam. Он как только выйдет, вы его просто тупо купите. Короче, я хз, чё умнётесь, сидите, ссылка в описании. Я вам там оставил Armory Helper за бесплатно и насыпал 500 ивентовых поинтов для улучшения скинов. Короче, разберёте. Извините, а просто мне надо было там... Звонил друг один, сильно там мне ДТП попал, колесо пробил. Я говорю, да не могу приехать, я пацанов позвонил, сейчас их направил. То, а ребят, понял, своих все это, авторитетов местных. Сейчас пацана подвыручат. Я говорю, я сейчас занят и играю в компьютер. Они, а, братан, вопросов нет. Да хули там бизнесменов не так решал. Точно? Да? Точно? Что?
Так решайте. Мы решаем, все, мы в этом мире решили уже все. Знают все не понаслышке, зомбу даст пизды крольчишки. Мнение. А о ком речь-то? Кто крольчишка здесь? А они такие же будут, как это, да, зомбы там? Все у них то же самое. Нет, они будут как люди, но у них есть хилки, рюкзаки, броня, и они могут сами себя резать, ну, друг друга резать. Мы их нокаем, они себя резают, понял? Да, понял. Ну, попробуем, получится, не получится, не получится, ну, извините. О, я вижу назад, стой! Один там побежал. А вот здесь бегает сзади. Типа, если не добивать, они могут треснуть, да? Да. Понял. Вот еще один через забор. А удары у них сильные? А, очень. Ну, не, если честно, нет. А это можно тоже выставлять или там нет? Да, да, можно выставлять. Что впечатление? То, что дьяволу нужно играть? Больше машин. Нет, им нужно больше ума, они играть не умеют. Аккуратно, меня только так не снеси. А, это, наверное, месть пошла. Он в телеграм, наверное, мой услышал сегодня утренний, видишь? И теперь начал пердеть, сука. Это месть. Ля, на лясик хуярит. Ой, бля. Валера, работаем. Пошли, добра. Ничего, хорошо. Я ж тоже, как говорится, могу. Ты не хуже. Сейчас. На тебе, сука. Раскумарься. Расскажи, что ты ел вчера, что ты с утра такую трель выдал. Соловьиную. Это японский трель была с утра. Я ел с утра. Ну, вчера кофе пил черный. Ну, большое, сильно. Потом я покурил сигаретку. Ой, блядь. Валера, в машину. Ого. Блядь, брат. Блядь. Ты дурак? Нормально, брат. Я почувствовал. 3 чела осталось. 3 женщины, окей. Ох, хобби ты, женщина. Все, смерч. Победа, ну, мало зяблов было. Ну да. Мало зяблов. Да нет, ну просто они играть не умеют. Это просто лох. Просто посрали. То есть, по сути, это женщины. То есть, кал. Они слабые, как моя говно, когда падает по утру после пивчика. То есть, по сути, это пивчики. Валакас, я девочка, готов ли ты ради моего персика уйти от жены? Конечно. В смысле, от жены? Я что, жена, что ли? Я сейчас покажу стримерскую. Сделал себе стримерскую. Это моя новая стримерская. Чё? Это стримерская моя. Москва-Сити. Москва-Сити, да. 53 этаж. Вы, сука, хоть книгу-то одну прочитали? Хоть одну, сука. А чё ты сейчас понюхал? Я писюн трогал и руку понюхал. Поясни за фури. Тебя видели в ТЦ в костюме енот. А у меня, кстати, есть костюм енота. Это вот еще фури. Мне подарили на день рождения костюм енота. У меня даже фотка есть, где вы в этом, в какой-то там раме. Ну, где-то есть. Да там она старая, еще года 2 назад. Я там стою такой, ну, костюм весь. Я ходил в костюме животного еще до того, как это стало Майнкрафтом. Так, смотри, бачат 100%. Я вижу его хитрые нырки. Вот, перед нами. А нет. Ну, запах был как от бачат. Ну, откуда? Нихуя себе, это что было? Не понял. В смысле, у них оружие может быть? Откуда оружие? Я не знаю.
Что это было-то? Чел. Нихуя, ты что? Что, блядь? Какого хуя? Вон он бегает по крыше, Валер, на метке, на желтой. Я ничего с этим прицелом не вижу. Это нечестно, зябло. Это вообще нечестно. Ой, бля! Как у вас? С другой стороны, родной. Тикать нахуй, сейчас уебать. Мы насыпали вас, все, не пал, я флейеры флама, ебана. Нет, ты меня убил. Братан, что за хуйня? Двухдверных автомобилей, производившихся в ГДР с тысячи... А что сейчас произошло? Я сейчас кое-что проверю. Ты мне, походу, ком взломалы. Не, я думаю, что просто там настройки некоторые просто поехали. Я тебе скинул пароль, заходи. Лох. Все, понял, Валер, все, больше не будет такого. Как будто, сука, в натуре, я, блядь, не знаю, этот интернет, я вчера был как он называется, био этот, группа моя любимая, а я все ходил, поддержал пацанов, одел на голову чулок, понял, чулки, и глаза там, типа, маску сделал, такой чулок, глаза прорезал, рот прорезал, белый носок, на голову чулок белый ходил, бисихоз был, группа, пацаны приезжали, мне так нравится, пацаны на группу, хай концерт, бисихоз. Не нах... Так что, на каком концерте там был этот обоссанный, который там у тебя? Что, Пенчик? Да. Блин, а на каком ты вчера концерте тебе был? Ой, это я был бесихоз, там одел на голову носок, понял? Чулок белый, глаза прорезал, типа, так вот, и рот прорезал, ходил, концерт очень нравится, моя любимая группа, тусил, отдыхал, зависал. Ну и как тебе? Охуенно. Молодец, иди нахуй. И я тут перебью вас немного, пожалуйста, ребята. Привет всем, я Пенчик. Что ты хочешь? Привет. Я просто привет передаю. Всем привет. Ура, привет. О. Ты че, сука? А шо? Сейчас, братан, сейчас не переживай. Не дёрайся. Без паники. Блядь, ну бед, ед, банас. Брат, массируй. Денис, я твою мать, бал, я Лину, шуха, сдам. Нормально. Размонтировал. Родной, работай. Брат, винзады, еды. Ай, работай, брат. А что, у меня там маркин наносится в зоне? Ты отключил, что ли? Да. Ты что за хуйня? Не понял? Слушай, да маркин, я не могу его убивать. Он за рулем, я не могу убивать его. Валер, что происходит? Я пытаюсь убить человека, но он едет в машине и все. Типа я его не убиваю. Типа, брат, я там в натуре антигейминг. Это просто, блядь, какой-то, знаешь, это называется сюрреализм. Не знаю, мне только что дали пизды, такое чувство, знаешь, привкус во рту, как будто с детства знаком давно, понял, мне папа сказал. Это просто бред. Чучело сел за руль машины чужой, уёбок. Тебе кто дал право на это? Ты чмо? Ты зачем украл технику? Это не считается переигрыш. Она неуправляемая. Слышь, Катчик, петушок, ты, блядь, уже с нейросетью играешь. Совсем дал вейп, с ума выжил. Жена бросила. Друг педик бросил. Залил его голос в нейронку и разговаривает с ним. У тебя совсем колпак отъебнуло, да? Да. Каждый сходит с ума по-своему. Поэтому ничего страшного, то, что с ботом играешь.
Я тебе расскажу, только ты не смейся, пожалуйста. Это реальная история. Мне как бы немножко неудобно, а неловко про нее сейчас говорить. У каждого мужчины в жизни бывает такой период. Хотелось ебаться, но денег не было. Я ходил в целом, да, в заведение, ресторан. Но я там ничего не ел. Я ходил, понял, девчонки просто брал. Я, ну, угощал их дошираком. В ресторане угощал дошираком, правильно понимаю? Я тебе сейчас расскажу, только не смейся. У меня был термос такой небольшой, в карман. У меня пиджак черный такой был еще, со школы оставался. Он был черный, в белую полоску такой, как зебра. О, ну, стилистный сам черный. Такой, престижный. Ну, модно было тогда такое. Я брал, говорю, девчонка, ну, познакомился. Хватилось, как говорится, ебаться, а хотелось, ну, покормить там все такое. Я ее пригласил в ресторан, она обрадовалась такая вся. Типа, о, нихуя. Я себе в рестике похаваю на халяву. Вот я пригласил, сел с ней за стол. Подходит официант, там официанты уже были, все вот это. Говорит, он что? О. А я говорю такой, оставьте, пожалуйста, меню. Мы сейчас еще не выбрали. Говорит, я позже подойду. Я такой, да, подойдите, меню оставьте. Вот я сделал вид, типа я как бы что-то выбираю, там вот это меню, там, знаешь. Выбираю. Такой, вот. А потом просто достаю термос из кармана, зову официанта, официант подходит. Как можно? Еще раз? Ну, официант. А как ты официанта зовешь? Официант. Еще раз? Вот. Он такой, да, слушаю вас. Я говорю, мне, пожалуйста, налейте вот этот кипяточек мой отсюда, из термоса, в посуду, в стеклянную. Он хорошо сейчас принесу. Он приносит посуду, и у меня в другом кармане два доширака. Ну, мивина. Вот, я же запариваю ей вермишель. Она на меня смотрит, такая, знаешь, кобыла ебаная, типа удивленная. Я говорю, ну, типа, а ты что, говорю, ты меня за деньги, что ли, ну, полюбила? Или как, мы с тобой за деньги тут сидим, что ли? Ради денег ты, чтобы похавать? Я говорю, ну, типа, я тебе нужен для того, чтобы просто кормил тебя. Ну, естественно, начинает удивляться, типа, что, типа, ну, на недопонимание, она вроде как хочет сказать, что нет, я просто хочу познакомиться. А в глубине души она понимает, что, типа, я долбою. Понял, что я ничего не заказал в ресторане, а... взял с собой кипяток и мивину. Я ей запарил мивину, она сидит, смотрит на мивину, на эту вермишель и на меня. Ну, я начинаю как пытаться построить диалог, но что-то не клеится, понял? Угу. А официант? А я говорю, сейчас, официант позвал. Говорю, можно, пожалуйста, чашку кофе? Он говорит, тебе латте, мачита или кончита? Ну, понял, как там кофе тогда, блядь, с молоком. Американо. Русяна. Да. Я говорю, нахуй это не надо, молоко ваше. Ну, естественно, начал типа делать вид, что я разбираюсь в кофе, там начал говорить, что молоко только портит, там кофейный напиток. Ну, а сам на самом деле понимаешь, как бы просто такие, знаешь, банальные вещи говорю, как говорят любые люди, у которых нет денег на это, но они пытаются доказать, что типа, ну зачем это надо, это же хуйня. Просто потому, что как бы, ну, сама себя оправдывает, то есть выдумано. Я также говорю, мне не надо молоко, это типа вредно, там оно только напиток кофейный портит. Я говорю, мне обычный кофе, вот этот, экспрессо. Ну, экспрессо, который быстро делается, да. Угу. Я думаю, по-быстрому, что все. Он приносит экспрессо, вот она, тут уже мивина поднялась. Ну, понял, подошло уже время, три минуты прошло. И она, короче, что-то так... А я смотрю, понял, у нее прям взгляд холодный стал. Ну, такая прям немножко место себе не находит. То ли удивлена, то ли в ахуе, то ли в целом не понимает, что происходит. Может, ей просто стыдно, ну, за тебя? Я не знаю, как может быть стыдно за своего мужчину потенциального, да? Даже несмотря на то, что, возможно, это денег вообще не было. Понимаешь, вот женщины, они измеряют мужскую любовь в количестве денег, которые тратит мужчина на женщину. А мне это не нахуй, это не надо было. В итоге она говорит, ладно, говорит, я пошла, типа, мы там, ну, надо завтра на учебу, там что-то т.д. т.п. Я такой, окей, думаю, ну, заебись, хоть ушла, я, ну понял, то этот, не остыла еще. Ну, мивина, пахала. Официант, что тебе про мивину сказал? Слушай, я не знаю, блядь, по-моему, ничего не говорил. Я просто сидел уже,
экспресса пил и объявил ее. Мне уже похуй был на него, на его мнение. Вообще, я в плане отношений человек простой. Чем история-то так закончилась? Ты просто сидел, ел мивину и пил экспресса, правильно понял? Ну да, официант в ахуе, баба ушла. Я не знаю, все. Мне похуй на них вообще, честно. Я уже тогда понял, что женщинам нужно только одно. Деньги и все. Все? Вся история? По-моему, она мне даже не писала потом. Брат, вот прости, пожалуйста, но честно, такому рассказчику хуй за щеку. Ну серьезно, блядь. Я слушал, сука, 15 минут, нихуя не понял, блядь. Чел пришел, позвал бабу в ресторан, жрал мивину, пил экспресс, и еще и выебывался на всех, что все хуйсосы. Правильно понял суть? Ты, походу, вообще не понял, да, не выкупил, что типа я с женщиной была, не один. А, это суть, правильно? Я на свидание ходил. Малик. А, на свидание ходил. В ресторан. Ну, в ресторан, тогда это модно было. Смотри, там кто-то ходит. А, обстреляй в дверь. Блядь, брат, ты сейчас горишь. Убегай, убегай. Что такое, почему? Убегай, куда ты бежишь в огонь опять? Иди сюда в машину, скорее. Я в машине, братан. А что такое, почему он загорелся? У него как бензин как-то поджег, видимо. Ты начал стрелять, он бензин поджег. Чел возвратился, понял, с возвращением пацана. Легенда прибегает. Блять, в дом заползай, в дом заползай. Возвращение произошло, чел. Понял, легенда, все ждали, его не было давно. Ту раз и вернулся, возвращение произошло. Абсолютно все ждали. Они нас бензином обливают. Не стреляй, не стреляй. Не стреляй, только не стреляй. Понял. Только не стреляй. Вы куда тут? Не стрелять. Блядь, горит, блядь. Блядь, горим. Родной. Блядь, меня ебу. Где ты, где ты? Мене нема, все, мене вбив чел. Мене горит, чел. Я спасу. Блядь, горю. Ой, сука. Ебаный, сука. Блять, я сейчас встану и набью пыку, сука. Сейчас одну секундочку нужной и полезной информации. Внимание, внимание, уважаемые зрители данного канала. Меня зовут Дениска, я долбоёб, я пердану и уйду. До свидания. Всё. Ага. Я так-то и так на природе живу постоянно. Они говорят, не хочешь поплавать? Я говорю, ну так, чисто за компанию. Я говорю, пиво есть? Я говорю, ну да. Я говорю, ну да, конечно, поплыли, чё. Не, ну согласись. Зябло подтолкнить. Я сейчас выйду, похожу рядом. Валера, Валера, едут? Найс, спасибо. Изи байт. Спасибо. О, ты звонишь, кстати. А чё звонишь? В смысле? Нахуй звонишь мне на мобилу. А, я понял тебя, ладно. Я здесь, в центре города, Грозном. Вот они, вот они. Да гниль поехала! Отлично. Найс. Помоги, дурак! Пока! Ха-ха-ха, до свидания, блядь! Сосать, блядь! Сосать! Ай! Ты пойман! Их сейчас в этот загонят. Считается все, по-честному. Сука, давай, 16. Черви. Это ты червь. Бач, потише, веди себя, родной. Я не могу, я слишком сильный. Да, твой дрочильник, не врасти. Давай ебаться. Разрушишь дрочильник, потом сам туда не войдешь, лох. Ай, блядь. Мы на горе. Мене жип сгорит. Я знаю, что ты горишь, но ты не можешь играться днем.
Отсоси у меня, камон! Чё, блядь? Пошёл, а! Давай, чуть-чуть осталось. Она пульт. Давай, родной. Блядь, закукусовалась. Добрый черт. Сосать! Сосать! Ай-я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 й
ебать, у меня сейчас жопа болит, походу, жопа, жопа порвала. Ой, ты мене перервав. Ебаный рот, у меня нема цього, як його хпшки. Ярвон. Ну, аккуратненько, аккуратненько. Пиль нема, пиль нема, пиль нема, пиль. У меня есть. Дай мне, будь ласку. Как? Машина прицеп. Чуть-чуть. Нету в этой машине прицепа. Стрепсилс. Надо было вот этого убить. Стрепсилс. Работай, работай. Знаешь, да, бля, еще, ну, еще, еще. Вот, вот перед нами. Кто ты? Стрепсилс. Все, зябл, проиграли. Мы в зоне. Стрепсилс. Блять, мы кто? Все, вы попущены, Сосать! Ёбаный в роте! Что с лицом, Колик? Блядина хуйна, сука! Я того рота бив, ёбаный дебил, сука! Как у тебя дела? Я тебе рот ебал, сука, ёбаный! Сосать! Всё так же, как полгода назад, пацаны. Мы сильные, он слабый, и так будет всегда. Бачат супер. Лови, гнида! Пидор, сука! Как у тебя дела, дед? Сука, игра-то долбоеба, одни ящеры в нее играют. А правда, что у тебя на спине ниже пояса тату здесь был бачит. Здесь был бачит. Здесь был бачит. Не считается. Здесь был бачит. Скорострелка. Здесь был бачит. Быстротечка. Здесь был бачит. Антигейм. Здесь был бачит. Камапуля. Здесь был бачит.